Вечер добрый, господа. Вечер добрый, господа, бля. А чё пишешь? Здорово! Чё, пишешь? Сегодня заготовился. Банку не нашли. Вчера Малкису дал задание. Найти банку. Он ее не нашел. Пришлось, блядь, и пиздючить за зеленым чаем. Но надеюсь, он меня успокоит. Абсолютно каждую игру групповой стадии стримить мы не будем. Но... Там будет 14 игр. По идее, должно быть 14 игр в сезоне. Из этих 14 игр, думаю, то, что одну треть запоточим. Наверное, игры 4 запоточим. А если выйдем в плей-офф, то в плей-офф 100% все игры будем поточить. Одна эта игра будет, две или три. Но выйти в плей-офф, это, блядь, извини меня, нахуй. VCA Main, выйти в плей-офф, это... Это сложно. Связи. Все. Я с сегодняшнего дня пытаюсь контролировать эмоции. Контролировать эмоции. Апачки. Спросишь, почему? Лучший стример. Значит, сегодня... Пинг у нас имеется охуенный. Проблем с компиком у нас нету. Ну, по идее, нету. Кому дать-то? Это далеко все играть. Правда, я в соло играю, блядь. Продолжать буду играть в соло, как ебанат конченый. Что-то хотел вам показать. Зацените. Скушал. Обратите внимание на то, какая у нас теперь аватарочка здесь. Видели? Ичиго! Мугетсу! Вот, на Twitch тоже решил поставить. А у Никитоса кто-нибудь подметил, что у него стоит? Смотри. У Никитоса там колоссальный титан, блядь. У него охуенно, кстати, сочетается вот с этим совсем. У него прям хорошо сочетается. Если кто не знает, у нас же прикольные аватарки, блять. У нас здесь у всех, у каждого свой любимый, типа, персонаж. Сейчас покажу вам. Вот у Никитоса колоссальный титан. У Малкиса чел из не знаю откуда. Я не знаю, что это за чел, если честно. У Фубена этот гуль ёбаный, блять. У Касла... У него... Ну, вообще, мы ему сделали аватарку. У него вот этот Кент будет из Dragon Ball. Это же Dragon Ball, по-моему. А у Романа Вульфа у него этот... Хашарама. Надо его сюда инвайтнуть, блядь, что-то руки не доходят все. Какой нахуй вечер? 2 часа дня. Я живу по своим внутренним часам, у меня уже вечер, мне похуй. Я до сих пор не могу привыкнуть. Блядь, сколько здесь? Всего 14 дня, а у меня в моих мозгах, блядь, уже 5 час вечера, поэтому мне плевать. Блядь, Олежа, срочно зови Шоцка, чтобы он сделал обзор на кемп. Не-е-е. Как не отчаяться в целом? Не получается найти работу по специфике. Никак не отошел от расставания. Не школьничек. Реализацию уже хочется чувствовать. Спасибо. О, тебе надо Dead Inside-нуться, короче. Это только Dead Inside, короче, могут... Это все легко преодолевать, брат. Ну, я не знаю, а зачем тебе... Ну, я не знаю, какая у тебя работа по специальности, и хочешь ли ты вообще работать по этой специальности. Просто у меня вот, например, была специальность такая, что мне нужно было хуярить на завод, блядь, на сборку ебаную, собирать хуету. Но что-то меня это не особо привлекало, поэтому я не пошел по специальности, пошел ебучими телефонами банчить, потому что это как-то было чуть попроще, нахуй, для мозгов, и чуть-чуть поинтереснее, чем стоять за ебаным станком. Охуеть! Вон, Касла разбудили, он пришел, сейчас будет бить. Френзи мое, блядь. В белой майке на блоке? Не, я сегодня не в белой майке, я сегодня в паримач майке. У Касла корона? Не, у него аллергия. Ся, сходил к врачу, пью сейчас таблетки и пока хочу жить. Спасибо тебе. Все нормально, братан. Когда настанет плохой момент, старик тебя всегда подбодрит, не волнуйся. Да вы, блядь, что вы паритесь нахуй об этой ебаной жизни, сука? Все заебись. Я, блядь, 4 года назад стоял... Где? В 2018 году... В этот самый момент мы с вами здесь сидели на Твиче, как раз таки где-то примерно в августе, сидели здесь с вами в уютной компании среди 150 человек. И нам было нормально, нам было вообще классно. И мы даже ни о чем не задумывались, ни о каких вот этих, знаете, ну как, командах, вот этом всем. Ну мысли, конечно, были, мысли, конечно, были, но... Как бы это правильно сказать? Это все было так далеко и нереально. А теперь, видишь, спустя 3 года, где мы, блядь? И кто мы, нахуй? Это...
Это показательно, разве нет? А 4 года назад, в это время, блядь, вот в этот самый день, я стоял с ебучим прилавком в ебаном связном, нахуй. Все, давайте ББ, короче. Ну так вот, блядь. 7 лет назад, в этот момент, я, наверное, в каком-нибудь наряде ебаном стоял, блядь, в сучьей армии. Так что, братан, блядь, за, условно, год жизнь может измениться просто пиздец как. А не говоря уже о том, что там за несколько лет. Расслабься, блядь. Ну ты сейчас еще пиздюк просто. Вы все пиздюки, вы воспринимаете все, блядь, как... Ну это нормально, блядь, я ничего не говорю. Я просто сейчас уже как бы немножко, знаешь, подостыл, нахуй. Раньше мне тоже казалось, что, блядь, меня никто не понимает, нахуй. Мое мнение единственно верное, и я центр ебаной земли. По факту, нахуй, нихуя. Расскажи о Москве в двух словах. Есть ли хоть чуточку желания переехать туда, в помойный город, блядь? Вообще, никогда в жизни нахуй туда не перееду, блядь. Не город, а срака ебаная, если честно. Извините, блядь. Мне кажется, то, что my ass и тот лучше, нахуй. Да, базара нет, блядь, много всего есть, но по факту, чтобы жить в Москве, ну реально хотеть жить в Москве, это надо, блядь, обладать еще, не знаю... Либо родиться там, чтобы для тебя это было чем-то обыденным. Но чтобы прям вот конкретно туда переезжать, просто для того, чтобы жить. Не по работе, не по еще каким-либо причинам, да, там. А вот именно переезжать с целью переехать ради чего-то нового. В Москву точно, блядь, нахуй никогда не сунусь. Пизда, не город. Сегодня с 6 часов мы уже начинаем играть первые праки, наконец-то. Посмотрим, что как будет. Я уже прям не могу, мы съехались, и по сути-то еще ни разу не играли вместе. То есть не было такого, что вот мы все впятером, с тренером, да, там, сидим в ТСе и играем, ну, тренируемся. Еще этого не было, потому что мы с Каслом приехали в один день, у Касла там аллергия хуярила, блядь, и сейчас до сих пор хуярит, ему не особо хорошо. Никита приехал вот только как 2 дня, поэтому мы чисто адаптировались пока эти дни. Ну, так, бытовуху решали, всякую поеботу. Поэтому только сегодня мы вот наконец-то пристреляемся. Завтра-послезавтра мы, как это называется, уже, ну, нормально наконец-то поиграем хоть какие-то дефолтные карты, повспоминаем, чё как, и начнем накидывать вот эту вот жесткую работу, так сказать. Вот.